она модифицировалась и переросла в разные другие инструменты. Это называется ренессансная гитара. Тоже струны, тоже струны. Ну, в общем, не важно, это не суть. Мы сейчас начнем с того, что сыграем вам какое-нибудь произведение, которое инструментальное. Просто чтобы вы привыкли к этому дивному звуку. И, гитару мою можно включить. Вы знаете, что-то странное у меня со строем происходит, я не могу понять. Ну, я могу рассказать, как в жизни Евгения Николаевича Быкова появился инструмент укулеле. Однажды Евгений Быков был... Сними звук с гитары еще, чтобы не мешал я пока людям, хорошо? Приглашен на день рождения к Варваре Мещук. Варвара Мещук — это супруга Вадима Леонидовича Мещука, который сейчас в соседнем зале выступает. А друзья... Клавиат за стенкой. А друзья подарили Варваре укулеле. Вот эту маленькую такую гитарку в качестве шутки на день рождения. Но, как я уже сказала, к несчастью для Варвары, Евгений Николаевич тоже был приглашен и отобрал укулеле у Варвары. Морали. Если вы кому-нибудь хотите подарить укулеле на день рождения, то на этот праздник не приглашайте меня. Мы сейчас вам сыграем вальс. Вальс, венесуэльский вальс, который называется «Сомбра». Сомбра, день. То есть тень. Сомбреро, помните? Это все оттуда. Холм, Жень, сейчас холм побольше такой, я люблю. Кстати, какой холм мне сейчас дали, это, знаете, как вот как в аэропорту. История, которая случилась в Израиле. Мы возвращались после гастролей. А возвращались мы 2 мая. Это как раз мой день рождения, мы его широко отметили так в кошерном Макдональдсе на 38 шекелей. И такие радостные пошли на таможенный контроль. Вот. А таможенники, видимо, решили обнаружить причину нашей радости. Они же не знали, что это Макдональдс. И как-то так навалились, на нас начали шмонать, не по-детски. Этот инструментик маленький, его быстро вернули. Я, чтобы хотел скоротать время, в аэропорту, в Эмбрион, в Иерусалим, стою, наигрываю мелодию. Холк, где? Вот так. Звучит так же пронзительно, как и сейчас. На весь аэропорт. Подходит ко мне дедушка такого ветеранского возраста и говорит: «Что, сынок, по родине тоскуешь?» Так и было, да. Сейчас, собственно, то, к чему мы, для чего, но я не знаю для чего. А вот для чего. Знаете, всякий раз, когда этот инструмент у меня в руках, а Лида рядом со мной, и у нее стандартного размера инструмент, я всегда хочу показать всем. Вот разнообразие жизненных форм на нашей планете, его визуальное воплощение. Вот это так. Так, ну надеюсь, что у меня что-то получится. Свет от фонарей прям как. Ну, начнем. Так, сумка. Ой, можно мониторчик потише. Так оно у меня здесь орёт, что я в саму. Вот. Thank you.
на самом деле может петь самыми разными голосами. И, конечно, прежде всего в его звучании нам почудилось что-то итальянское, что-то напоминающее мандолину, что-то такое средиземноморское. Мы сейчас вспомним довольно редкую песню Палата Куджавы, она называется «Вилковская фантазия». Сейчас хотелось вилка вдруг очутиться. Там канавы, там гондолы, гондольеры. Очутиться, позабыться, от печали отшутиться. И жизнь моя отравлена безмерной. Каблучками стуча по делам.
самую лучшую на этой
земной стороне. Хожу я и песенку слушаю, она шевельнулась во мне. Она еще очень неспетая, она зелена, как трава. Но чудится музыка светлая, и строго ложатся слова. Сквозь время, что мной не пройдено, сквозь смех наш короткий и плач, я слышу в воде мелодию какой-то грядущий трубач. Легко, необычно и весело кружит над скрещением дорог та самая главная песенка, которую спеть я не смог. Серия о музыкантах. Сейчас пойдем. Музыкант играл на скрипке, я в глаза его глядел. Я не то, что любопытствовал, я по нему летел. Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, из каких-то грубых желез, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и зажечь. А чего с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежду, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу, почему благословению я помню плечу. Счастлив тот, чей путь недолго, пальцы злы, смычок, костер, музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа уж это точно, я же ты обожжена, справедливый, милосерднее и правильнее она. А душа уж это точно, я живу обожжена, справедливее, милосерднее и правильнее она. Виктор Берковский, с которым мне довелось 30 лет петь песни, не 25, все-таки 25. Нет, просто я помню, что мы с ним собирались отметить 25-летие в тот год, когда его не стало. С Булатом Акуджавой дружил, но первую песню он написал, еще не будучи с ним знакомым, и это стало сейчас очень известной популярной песней, и даже как-то поговаривают, что иногда и Булат сам ее пел.
круглы у радости глаза и велики у страха. И пять морщин на челе от празднеств и обид. Но вышел тихий дирижер, но заиграли Баха, и все затихло, улеглось и обрело свой вид. Все стало на свои места, едва сыграли Баха, когда бы не было надежд на черный белый свет. К чему вино, кино, шино, квитанции, госстраха, ибо ботинки первый сорт, которым сносу нет. И все равно, какой земли касаться подошвы, и все равно, какой улов и звон несет рыба, и все равно, вернешься цел или в бою падешь ты, и руку кто подаст в беде, товарищ или враг. Но чтобы было все не так, чтоб все иначе было, наверное, именно затем, наверное, потому играет будничный оркестр привычно и в полсилы. И мы так просто и легко все тянемся к нему. Ах, музыкант мой, музыкант, ты играешь, ты не знаешь, что нет печальных и больных. И виноватых нет, когда в прокуренных руках так просто ты сжимаешь. Ах, музыкант мой, музыкант черешневый кларнет. Ах, музыкант мой, музыкант черешневый. То есть серии стихов, которые Булат Шалч сам начитал Берковскому на диктофончик, предлагая написать музыку к этим стихам. Мой город засыпает, а мне-то что с того? Ну что с того? Я нянькой был его, но что с того? Ну что с того? Я был его рабочим, его солдатом был. Он слишком удивленно всегда меня любил. Он слишком отчужденно мне руку подавал. На турбазе Дома ученых на речке Гавы.
на границе Латвии и Эстонии была такая замечательная турбаза, где отдыхало много замечательных людей, в том числе, вообще-то там ученые всякие, физики, ядерщики и так далее, ну и лирики тоже были. Куджава себе, Зинаид Фимович Герд тоже отдыхал на этой турбазе, и, может быть, присутствие, вот аура всего этого общения позволило Берковскому мгновенно совершенно сочинить музыку на такое стихотворение Куджавы. «Божественная суббота» или «История о том, как нам с Зиновием Гертом в гостинице «Астория» в Ленинграде не было куда торопиться». Божественной субботы хлебнули мой глоток. От дома и работы укрылись на замок. И суетная дама, и улиц мельтешня, нас не коснулся зяба до середины дня. Как сладко мы курили, как будто в первый раз. На этом свете жили, и он сиял для нас. Еще придут невзгоды, но главное в другом. Божественной субботы нам терпит вкус на бом. Уже готовили старость, свой непременный суд. А много ли нам досталось за жизнь таких минут? На пышном карнавале торжественных невзгод мы что-то не встречали божественных суббот. Еще, она будет выучить, да. Ну, дальше. Ну, мы сделаем.
Сажень впереди. Песенка о старом усталом больном короле, который отправился завоевывать чужую страну. И что из этого получилось? Поход на чужую страну собирался король. Ему королева мешок сухарей насушил. И старую мантию так аккуратно зашил. Дала ему пачку махорки в тряпочке соль. И руки свои королю положила на грудь. Сказала ему, обласкав его взором лучистым: лучше мне, а не то прослывешь пацифистом. Пять грустных солдат, пять веселых солдат и Ефрейтор. Сказал король: не страшны нам ни пресса, ни ветер. Врага мы побьем, и столетный придет, и ура! Но вот отгремело прощальных речей торжество. В походе король свою армию переиначил. Представьте себе, наступили победные дни. Ведь грустных солдат не вернулись из схватки военной. Ефрейтор морально не столь и женился на пленных. Но пряников целый мешок захватили они. Играйте, оркестры, звучите, вы песни и смех. Не стоит, друзья, предаваться, ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться. И пряников, кстати, всегда не хватает на всех. Играй в соль миноре, и все.
Так, вот сейчас нам нужен оркестр. У нас есть. Есть, да? Давайте, скрипки есть в зале? А виолончели есть? Счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Но горы сутка, камыши крепкие,
Ну. Что? Надо спеть самую знаменитую, самую известную. Самую цитируемую. Самую цитируемую, да. Вы начинаете. Поемте, друзья, традиционные, только вот они такие, посвященные Новому году, ну и всему связанному с этим дивным праздником. Приходите, но если вы хотите, то поторопитесь, потому что билеты расхватывают. Люди не хотят больше сидеть у телевизора в праздники, они хотят выходить куда-то и петь хором песни. Какая-то вот такая пошла тенденция. Ну и мы приглашаем вас, Сергей Николаевич, на наш концерт 28 декабря. Перед новогодней, он называется «Диалог у новогодней елки», но говорить будет в основном Евгений Николаевич. Вот, а я буду петь самые лучшие песни. Дорогие друзья, мы с вами прощаемся и хотим спеть вам напоследок вместе с вами песню «Пожелание друзьям» и как пожелание всего самого лучшего, что может быть. Давайте восклицать, друг друга восхищаться, высоковать.